А, молодец, ты нашел последний ключ, а теперь пойдем и освободим солнце не так быстро. What? Итак, все проще простого. Подписчик Слава прислал мне карту, и я возьму, да и пройду ее. Окей, что ж, ребята, я надеюсь, вы готовы, потому что сегодня, по идее, нас ждет много паркура, и почему здесь гигантская дырка прямо надо мной. Короче, сегодня мы посмотрим, что за такая карта. Я надеюсь, вам понравится сегодняшний видос, и вы поддержите его вашим лукасом вверх. Ребята, давайте наберем 3, 7, 21, 16,5 лайков, было бы прикольно, круто, найс. И рандомный комментос перед началом у нас залетает от The Spring Frost, который пишет: кто помнит, когда Кейн ненавидел прыжки в 4 блока? Я помню, друзья, это было не так уж и давно, но чем больше я играю в ваши карты, тем мощнее становится мой скилл паркура, поэтому прыжки в 4 блока — это уже не проблема для меня. Для меня проблема другие вещи, которые, надеюсь, которые мы сегодня, надеюсь, не встретим. Поэтому что ж, давайте почитаем правила. А хотя, зачем мне вообще писать эти правила, ты же все равно их на... Ну, окей. Плюс они одинаковые на всех картах и не... Окей, понятно. Прорисовка 9 чанков. Давайте поставим, потому что мне стоит 18, это вы поняли. Режим игры приключения и звуки 100%. Режим игры приключения, звуки у меня уже стоят как надо. Посылок на карте много, но они есть. А, немного, намного. Немного, но они есть. Удачи, все, поехали. Давайте приступать. У. What? Ребят, я понял, для чего здесь была эта дырка, друзья. А я-то думал, автор, ты зачем ее тут оставил? Нам сюда и нужно было. Можно меня пустить? Еще нельзя меня пустить? Окей, теперь можно. Стюарт, ты кто такой? Ты что тут делаешь? Что стоишь? Окей, хорошо, я так понимаю, мы встаем вот сюда. И приветствую тебя, посланник земного народа. Знаешь ли ты, зачем ты был призван? Неужели с вашим народом что-то случилось? Много лет назад между нашим народом и народом титанов развязалась война. Нам удалось победить, но один из титанов сбежал. Много лет он скитался в пустошах своего мира, вынашивая план мести. И недавно он вернулся, разрушил почти все наши склады и украл наше солнце. Нам удалось открыть портал в его логово, но нам нужна твоя помощь. Хорошо, ну как мне попасть туда? Алло, иди навстречу Луне до одного из наших чудом уцелевших складов. Там тебе дадут все необходимое. Лады. О май гад, целый сюжет. Я понимаю, почему у меня теперь флаг с солнцем, потому что солнце-то украли, и солнце было для них все, поэтому, я так понимаю, нам нужно идти в сторону Луны, которая, погодите, а время-то идет, то есть нам точно в ту сторону? Окей, хорошо, идем в сторону Луны, нам точно сюда надо? Окей, я иду в сторону Луны, я не знаю, правильно ли я иду, и долго мне идти, но я... Погодите, кто там? Вы видите, там кто-то стоит. Это он? Это кто? Вы его видите, да? Погодите, я не могу туда пройти, тут барьеры, окей, хорошо, я иду прямо. Ты кто такой? Это Херобрин, друзья, что он там делает? Не смотри на меня, я тут по карту пытаюсь понять, как... О, я что-то вижу, это склад, это нифига себе складище, вот это склад, целый настоящий храм, я бы сказал, не склад, но давайте посмотрим. То есть это, так сказать, склад этого племя, этого... Кто это у нас? Это был целый народ, окей, хорошо, у них развязалась война с кем? С народом титанов, оу май гад, Клинт, и кто ты такой? Рассел. Здравствуйте, ребята. Привет, ты ведь в курсе, что тут происходит, верно? Более-менее мне объяснили, да. Да, но что мне нужно делать? Возьми амуницию солдата, отправляйся в портал, там тебе все объяснят. Окей, спасибо, ребят. А что такое? Погодите. Амуницию солдата, мне нужно выбрать мой сет? Или как? Погодите, тут можно выбрать? Погодите, дайте-ка хорошо подумаю. Тут у нас есть топор и щит, тут у нас есть... Погодите, не зеркальные, что ли? Да, не зеркальные, окей. Тут у нас есть страсть... Погодите, ну, понятное дело, я хочу выбрать Назарит. Или это нельзя мне пока выбрать, давайте... Эй, раз, прикинь, он возомнил себя главнокомандующим. Ага, вот же клоун. Окей, посмеялись над канелусами. Так понимаю, нам нужно начинать с самого начала, или... Ну, я возьму тогда вот этот сет, правильно? Отлично, теперь иди в портал. Окей, автор написал то, что здесь... Я предполагаю то, что здесь будет тупо паркур. Но я не знал, что здесь целый сюжет. Оу. Куда я отправляюсь? Крылья помогут тебе в этом. У меня есть крылья. У меня есть селитра. Ладно, но как я пройду через искаженную область? Крылья мне помогут. Окей, то есть уже начинается испытание. И нам уже нужно лететь на элитре. Куда мы летим? Я пока что без понятия. Я не умею летать на элитре. Окей. Ребят, вы должны прекрасно понимать, на каком канале вы находитесь. Тут у нас канистра, канделябр. Как я должен это...
А, я вижу конец. Это не так. Все, мы пройдем. Это не так уж сложно. Просто мне нужно вот здесь вот пролететь. Вот это место. То есть мне нужно пролететь сверху вот это и сразу же вниз и долететь до самого конца. Вы же видите, там плита уже в самом конце. Ладно, пока что все супер интересно. Сюжет, крутые декорации, все круто. Да я ударяюсь башкой. Моя если голова слишком большая, друзья. Что мне с этим сделать? Я не могу. Я не могу. У меня два сердца осталось. Ну ладно. Так, может быть, сделать вот так и. Я не понимаю. Во как надо было. Найс, хорошо. Пасхалки пока что не найдены. Вроде как они должны быть здесь. Их немного сказали, но они... Ты кто такой? Приветствую тебя, воин. Ты ведь в курсе, куда ты попал? Да, ну куда делись мои крылья? Сила Титана блокирует нашу магию, крылья здесь бесполезны. Ладно, что-то мне требуется. Твоя задача найти и уничтожить машину, укравшую солнце. Я буду тебе в этом помогать. Окей. Я думал, ты злой парень. А, это главнокомандующий. Мы уже видели его сет в начале, где можно было выбрать. То есть, ага, я понял, я начинаю понимать. И мы видим то, что у нас здесь паркуренс начинается. Найс, спампоинт, надеюсь, работает. Я не знаю, на всякий случай, может прописать? Не знаю, поехали. Прыжки в 4 блока. Первый прыжок на этом паркуре. Это прыжок в 4 блока. Как раз таки рандомный комментос был про это. Но пока что с этим нет проблем. Лица, друзья. Вы же знаете, за лицами обычно прячется золото в наших спидранах. О, нет, это лабиринт. Только не лабиринт. Йоу, мистер Хаск, ты мне собирался помогать? Так помоги мне. Это еще и темный лабиринт. Ничего не вижу, куда и... Окей, скримеры. Я немного испугался. Вы видите? Погодите. А? Я оттуда пришел, да? Короче, выход где-то там. У нас небольшой волхак есть, правильно? Поэтому я, ну, в принципе, так, это логично. То, что нужно пройти с одной части лабиринта. Нет, не надо еще раз рычать мне. Короче, в принципе, логично, то, что нам нужно пройти с самого начала лабиринта до самого конца, до противоположной стороны. Поэтому давайте искать правильный путь. Вроде бы... О, я вообще запутался, друзья. О май гад. Погодите, откуда я пришел? О, нет. Так, ребят, мне кажется, я правильно иду. Этот хаск уже довольно-таки близко, мне кажется. Мне кажется, я на верном пути. Только, верный ли это путь или нет. Или нам придется возвращаться в самое начало, кто знает. Так, здесь тупик, погодите, мы близко к этому парню. Парень, держись. Yes. Отлично сработано, но пока рано расслабляться. Впереди у нас тяжелый бой. Окей. Надо бы мне похилиться, а то что-то как-то не очень приятно, но... Так, давайте покушаем, и мы идем куда? Погоди. О, май гад! Окей. Что это за плита? Я не знаю, что за плита. Ну, короче, у нас реально тяжелый бой. Они стреляют друг друга, поэтому окей, хорошо. А смогу ли я их заколбасить? Я, мне кажется, я смогу их заколбасить без проблем. Они в меня даже ни разу не попали, друзья. Они один раз меня ударили. Окей. Ну-ка иди сюда, черт такой. Ребят, изи. Затащил. Погодите, мне должна была выпасть кнопка, я так понимаю, откуда-то, да? Из кого-то. Ха, погодите, я вижу то, что... Или как? Я что-то упустил. Неужели она сгорела? Не может же быть, да? Погодите. Может быть, нужно ступить на все плиты. Разгадать загадку, поднять и простить хаск. Вот тут он меня уже ждет, но почему-то мне... Может быть, не... А, я хотел убивать лошадей, но, возможно, придется. Кто знает, друзья. На всякий случай придется, наверное, их шлепнуть. Я не хотел. Зомби, лошади, скелета лошади, они прикольные, я их люблю, но... Кнопка-то здесь, она всегда там была. Окей, возможно, не надо было убивать лошадей. Ты отлично сражался. Я реально отлично сражался. Думаю, стоит повысить твое звание, когда мы вернемся. Да-да-да, я хочу быть главнокомандующим, как ты. Окей, договорились? Поехали. Немножко паркура. Окей, поехали. Я еще пока не зафейлил ни один паркурец, поэтому давайте посмотрим, смогу ли я сегодня. Интересно. Интересно. И без проблем проходится, как это Канелс любит делать. Слушайте, ребят, ну что-то я. Я то хотел сказать, что-то я последнее время тащу на паркуре. Ну почему? Сам последний прыжок, вы издеваетесь. Как мне вообще вернуться? Погодите. Как мне вернуться-то? Погодите, меня должно было убить? Или как? Или что? Или где? Или куда? Упс. Упс. Что-то пошло не так, друзья. Что будет, если я килл напишу? Килл, как вы думаете? Килл? Окей, мы снова здесь. Ладно, давайте пройдем заново. Странно, почему-то я не телепортировался назад и не умер. Я не знаю, так задумано или было задумано, что Кин вообще ни разу не зафейлит. И все, типа, какие еще фейлы, Канерус, какие еще фейлы, если ты профессионал паркура. Слушайте, можно мне пока щит убрать? Он мне немножко мешает. Закрывает пол лица моего, ничего не вижу. Так, здесь нужно распрыжечка, я думаю, да? Мы сделаем раз. Нет, мы сделаем раз, два.
Найс. Идем дальше. Что-то тут не так. Не думаю, что выключатель где-то далеко. Вот это мегамозг, да? Да. Алло? О, вот это мегамозг. Мы добрались, осталось лишь уничтожить эту машину и освободить солнце. Но как мне это сделать? Найди три ключа и вставь их в эту панель. Ух ты, нифига себе, как красиво. Вау, Слава, зачет тебе. Слушай, Слава, мне бы хотелось узнать бы твой ник. Возможно, мы в конце карты узнаем его ник, но пока что я знаю, что подписчика зовут Слава, потому что на почте у него такое имя. Окей, хорошо, я так понимаю, нам нужно в портал. Здравствуйте. Найди три ключа и вставь их в эту панель. Что у нас здесь? Ключ должен быть где-то здесь. Один из ключей, я так понимаю, да? Вот. Это возвращение, нам не надо возвращаться. Ключ должен быть где-то здесь. Слепота 2. Как все интересно. Хорошо, давайте посмотрим. Не может быть, что... Не может быть, что... Я спидраню эту карту, друзья, вы понимаете? Я даже не хочу этого делать, но так получается. Слишком профессионал Кейн, друзья. Так, что, а куда мы идем? Давайте все смотрим. Вдруг тут еще что-то есть. Тут же были эти пасхалки, секреты и так далее, помните? Немного, но были. Поэтому давайте посмотрим. Вдруг мы что-то упускаем. Я так понимаю, нам нужно просто возвращаться теперь. Но по идее, вдруг мы что-то здесь найдем. Надо еще смотреть наверх, потому что, может быть, на дереве какой-нибудь сундук, который я упускаю. Не хочется упускать ничему. Понимаете, друзья, понимаете, окей. Окей, здесь ничего нету. Значит, возвращаемся. Окей, у нас есть один ключ. Бум. Ага, открылся следующий проход, но... Окей, возможно, здесь будет два ключа. То есть у нас есть два прохода, но три ключа. Давайте посмотрим, что у нас тут. Мы в аду, здравствуйте. Паркур, я люблю. А что у нас тут? Тут же проверяем. Ничего, ну, значит, поехали, друзья, делаем. Раз, найс. Так, а здесь-то, хороший прыжок, хороший, милый прыжок. Делаем раз, два, замечательно. Делаем раз, два. Сидит там себе на лавомерке, посмотрите на этого мистера Хаска. Окей, прыгаем сюда. Я долечу до туда? Долечу, конечно. Найди ключ, он должен быть где-то неподалеку. Ясненько. Где-то неподалеку, говоришь? Я погоди, я что-то вижу. Что-то увидел. Вот он. Один ключ есть. И возвращаемся. Окей, только где третий-то теперь? Где третий-то ключ? Возможно, сейчас что-то произойдет. Давайте посмотрим. Так, если я стараюсь. Так. Ага. Погоди. Вот оно как. Здорово, парень. Все, я понял. Я думаю, где у нас третья локация? Это мир Титана, будь осторожен, вообще не парься, парень, ща мы все тут раскусим, где, что, куда, зачем. Ой, я что-то вижу. Клетка, дракона здесь вроде как нету. Хорошо, давайте... это паркур куда-то наверх, окей, я понял. А где начало паркура? Где, я вижу сундук. Ага. Чтобы туда добраться, нужно пройти паркур, это... нужно добраться до этой башни, спуститься и пройти сюда. Только так мы возьмем себе этот ключ и потом вернемся обратно. Я понял. Только где начало паркура? Вот в чем вопрос. Я вижу то, что... все понял. Ну, поехали, друзья. Как вы думаете, с первого раза, без смертей, затащит ли канал или нет? По воде наверх. Поехали. Так, и здесь мы уже видим наш любимый паркурец. На всякий случай, спампоинт здесь, ну просто, чтобы потом не бегать, не крутиться, не вертеться, чтобы у нас все было под рукой. Так, что мы видим здесь? Очередной прыжок вокруг цепи. Такое мы умеем, такое мы любим. Это изи, понятное дело. Это сюда. Слушайте, ребят, ну я реально стал паркуристом. Благодаря вам, благодаря вашим картам. Я вообще никогда не... Окей. Теперь мы можем просто прописать килл, наверное. Таким образом все у нас будет хорошо. Почему всегда, когда я начинаю говорить о том, что, блин, у меня более-менее нормально получается теперь паркурить, я стал нормально так... И все, вот и начинается полоса Кейна, как я ее называю. Полоса Кейна, это означает, когда первая попытка нормальная, такой, начинаю, окей, упал. После первой попытки довольно-таки далеко зашел, упал. И потом следующие попытки, все, ты больше не можешь дойти до этого места. Больше никогда. Ладно, здесь довольно-таки сложно прыгать вокруг вот этих обсидианов, поэтому давайте постараемся и... Короче, до туда надо долететь, да? Вот. Нельзя. Ну, блин. Yes, я тут. Что здесь-то происходит? Кнопка какая-то должна быть или... во как. И куда нам нужно? Ага, одну секунду. Вы готовы? Поехали. Оп, не нажал.
Оп. Извините, 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 извините. Мне нужно понять. Есть. Фу. Это было жестко, это было жестко. Так, теперь вот сюда и по лестнице. Найс. Главное, тут бы нам не соскользнуть. Было бы очень неприятно. Ох, было бы неприятно. Есть. Это чекпоинт? Это походу чекпоинт. Хорошо. Погодите, теперь то, что... Или нам все-таки надо спуститься? Погодите. Мне кажется, это чекпоинт, и нам нужно вот сюда. Как вы думаете? Вау, одну секунду, это вроде бы реально чекпоинт был, давайте посмотрим. Да-да-да-да-да, мы активировали чекпоинт. И все-таки нам нужно было туда, за эту стену. Я был прав, поэтому можем прописать. Просто помпоинт будет легче. Окей, теперь нам по идее нужно... Да что ж ты делаешь? Клей, очнись. Просто сделай прыжок, и все. Окей, поехали, теперь по этим лестницам. Сколько там еще осталось? Сюда-сюда-сюда, туда-туда. И спускаемся вот эту дрень. Окей, все понятно. Окей. Так, теперь аккуратно. Переходим вот сюда. И на площадь обсидиан. На следующую лестницу. И на еще одну лестницу. Найс. Тут у нас мега прыжок. Это без проблем. Спускаемся вниз. И мы прошли. Вроде как, да? Yes. А, молодец, ты нашел последний ключ, а теперь пойдем и освободим солнце не так быстро. What? Титан, не убивай меня. Please. Помпоинт, я боюсь. А ты кто такой? Окей, это Титан, друзья. Погодите, можно мне хоть ключ-то за... Ну, погодите, может быть, я не должен буду здесь респавниться вообще? Ой-ой. Ой, нет, Хуск, извини. Извини меня, погодите. Я не знаю, что я делал. Возможно, я сломал карту? Погодите. Да умри же ты. Сколько жизни у этого ревенджера, друзья? Вообще без понятия. Возможно, я не должен был здесь вообще спавниться, друзья. Возможно, не надо было ставить спампоинт. Есть, я его убил, только ребят. А нет, все правильно. Открылись врата, исчез Титан, есть глаз. Титан пишет нет. What? Чего? Хаск? Что происходит? Я не могу вернуться обратно. Древний ключ, плиз, верните меня. А как быть-то теперь? О, нет. Ребята, я что-то сломал? Нет, не говорите мне, что я что-то сломал. Ну, ребят, почему? Я реально что-то сломал своими спаунпоинтами, друзья. Я реально что-то сломал. Погодите, может быть сюда? Да я не думаю. Нет. Ой-ой-ой. Что-то я запорол, друзья. Ну, вроде бы Титана нужно было убить. Окей, дайте мне попробовать сделать следующее, не знаю. Сет-блок вот сюда, энд-портал. Может быть, вот так? Как мне теперь вернуться? Погодите, как мне вообще теперь тогда вернуться? Окей, ребят, мне пришлось аж погуглить. Я первый раз делаю такую команду. Короче, я сейчас прописываю телепорт в обычном мире через команду execute. Это что-то странное. Но, по идее... я даже не знаю, куда нам... 1-1-1 пусть будет. Я тут? Погодите, я где-то есть. Я где-то тут. Куда мне... Окей, я в обычном мире, только теперь куда нам надо? Ребята, я вернулся. Рендер-дистанция мне помогла. Я не знаю, я точно что-то неправильно сделал. Ладно, давайте посмотрим, что будет, если... Окей. Солнце возвращается из клетки, из магмы. И... Что происходит? День нас... Yes. Это был сон или что... Это был сон. Йоу, серьезно, пасхальное яйцо я не нашел. Черт, я не нашел пасхальное яйцо. Надеюсь, автор напишет в комментариях, где оно было. Вау, погодите, что может быть еще что? Погодите, это может быть. Спасибо за игру. Кролик 578. Вот, мы узнали наконец-то ник Славы. Спасибо тебе огромное. Здесь ты можешь выйти наружу, креатив. И выходим наружу. Да, мы прошли. Вау, супер круто, паркур, сюжет, интересное испытание, очень-очень прикольно. Единственное, запорол я, да, я что-то сломал, я не понял, как я это сделал, но я это сделал, извиняюсь. Поэтому, да, это супер крутая карта, что я могу сказать, было очень весело. Поэтому давайте сделаем, конечно же, нашу любимую команду Фил вот сюда. Пропишем Фил куда-нибудь вон, да, сюда, следующим образом. И взорвем
Весь этот народ, да, звучит опасно, но это наша традиция. Если мне карта понравилась, мне нужно все взорвать. Поэтому что ж, ребят, я надеюсь, вам тоже понравился этот видос. И вы поддержите вашим лукасом вверх. Не забывайте оставлять комментосы. What? Я понял. Черт, как быть-то? О, нет, они все падают. Может быть, хотя бы один... О май га, одну секунду. Тогда нет, я так не сдамся, нет. Мы сделаем тогда фил вот здесь. Фил вот здесь, и тут же они тут все равно будут падать. Одну секунду, нужно сделать фил тогда вот здесь. Фил, нет. Окей, ребят, погодите, еще не заканчиваем. Нам нужно сделать фил вот здесь и фил до сюда, тогда они все активируются. Я уверен. TNT, теперь активируем. Да, ребята, так что надеюсь, вам тоже понравился видос. Обязательно поддержите его вашим лукасом вверх. Не забывайте оставлять комменты, подписываться, жмякать колокольцы, чтобы не пропускать новые видосы, которые выходят здесь каждый день. С вами был Гекс. Всем пока.